Hey, guys, с вами Шмики, и это у нас Bind Oasis. Короче, я тут шел, и я здесь нашел огонь. Ой, меня он поджал. F5. Не факт. Мы сейчас быстренько с вами используем палочку. Мы получили огненного духа, и мы с вами просто мчимся вот сюда. С огненным духом. Потому что нам нужно попасть под мост. И я попытаюсь сейчас с помощью духа. Во, да. Во, найс. И что это? Походу это удлинители или улучшение для самих духов. Ну, не факт. Мы с вами все-таки нашли духа, который мне необходим был. Поэтому все классненько. Теперь я отправляюсь сюда, где мост был. Так, я сюда, короче, дошел. И да, мне нужно только духа использовать. Сейчас я крыску убью. И мы используем духа. Ну вот, ломай, алло. Хорошо. Так, там у нас ничего нету. Сейвимся и бежим. Так, и здесь у нас болото. Так, подождите, а по карте мне куда? В принципе, прямо. Так ведь... Значит, схожу сюда. Здесь прохода нету, тут есть куда-то проход. Или это обвал? Это обвал. Ну я, в принципе, мог... Блин, но мне нужен водяной, получается, дух. Давай сюда, дух, быстрее. Так, отлично. Ну, надеюсь, я иду правильно. Ну, сейчас, конечно, я иду неправильно. Потому что я иду не в ту сторону. Ни хрена себе. Ни хрена себе зомби. Но я иду за сундуком. Как я понимаю. Ага. F5. Бомбермен. Чертов. Да, елки, как они надо. Я карту хочу нажать, посмотреть. А с той стороны тогда что было? F5. Просто сундук? Полезные вещи мне, конечно, дали. Хорошо, что я туда не пошел, к сундуку.
Вот тоже, знаете, момент. Как бы я ей достаю, и в тот же момент не достаю. Ау. Шопа, у меня от него горит. Это что такое? Это ключ я нашел. Так, там мне нужен дух растений. Потому что там какое-то растение я вижу. Или это враг такой. Хотя, может быть, и враг. Ну вот и все. Нету больше врага. И золотой ключ мне дали. Подожди. Так. Так. 204, 115 ранг, ясно. А, то есть, теперь я могу уложить. А почему до этого я не мог вылаживать меч? Скорее всего, я не могу выложить меч, который я уже одел. Понятно. Так, F5. Ну да, походу, для того, чтобы туда зайти, мне нужно... Нифига себе. Какие-то роботы. Так, туда мне не попасть. Тут я использую ключ. Пока что еще не, да? Блин. Ладно. Нормально. Для чего мне дух воды? Вот такой же момент, почему я сюда не мог попасть? Да ладно, я могу снаряды откидывать. Ништяк. И опять я попался. Так, оружие. Давай вместо тебя. Нет, подожди. Оружие. Вот так. Оружие. Вот так. Оружие. Металл. 12. Хотела вам плевать. Сейчас будем пытаться эти двери открыть. Оружие, оружие. А если я использую обычный лук? Ага.
Ага. Изи. Ну, плюс ключик. Или что? Огненный элемент. Схерали. Я ж... Я ж активировал. Ну, хотя бы враги здесь не восстановились. Реалистично. Так, F5. Ой, там еще змеятю. Так, а куда они едут? Я понял. Окей. А это типа босс был? Он захватил вражеский лагерь и прокрался на корабль, стоящий в пристани. Не-не-не, подожди. Так не подойдет. А раньше здесь не было шариков. А, типа, понял, из-за того, что я их не видел. Ладно. Сейчас я... Больше щита нету. Тогда он вообще себе ничего не представляет. Если ему щит можно сломать, оказывается. Ну чё, это, скорее всего, был босс, поэтому давайте на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.